Аплодисменты казанцев сорвал простак в мире джаза. В Казанском театре на Булаке показали перформанс по одноименному эссе Василия Аксенова. В ролях голос актрисы, саксофон и еще нескольких музыкальных инструментов. Маргарита Петрова все увидела и спросила, при чем здесь 30 бегемотов? Полтора часа театрального действия его создатели вложили 15 музыкальных произведений, столько же страниц печатного текста, на которых неделя жизни. На сцене 1967 год, Таллин, первый в Советском Союзе международный фестиваль джаза. Самая красивая женщина в Таллине – это башня ратуши. 7 лет назад я влюбился в этот город. Был бурный роман в дождях. Под глубоким синим небом, в ароматах небольших закусочных, артисты смогли переместить зрителя в Таллин без декораций. Разве что печатная машинка делит сцену с музыкальными инструментами, как голос с музыкой. Они здесь равны. Джазовый фестиваль Василий Аксенов был командирован редакцией журнала «Юность», который работал. Чтобы узнать, какие именно мелодии тогда захватили писателя, пришлось поднять программу 45-летней давности. В спектакле-концерте звучит только то, что он слышал. Где-то обработка, где-то невозможно сыграть. Как можно вчетвером изобразить большой оркестр, биг-бенд, в котором 5 саксофонов, там 4 трубы, 4 тромбона. Но музыка, это музыка, где-то какие-то переложения. Максимум артисты оставили и авторского текста. Простак, описанный в эссе, вместе со зрителями ищет ответ на вопрос, что же такое? Это известно с детства, как музыка толстых. И как джаз, как ноты вплести в слова, как его рассказать, что такое джаз. Вот что такое джаз? Джаз – это радость. В любом случае, даже если тебе очень плохо, и даже если катастрофа, в которой погиб твой друг. Хотя здесь совсем не о катастрофе. Нет. Это радость. Этот перформанс родился во время подготовки к ежегодному Аксенофесту и желание поиграть джаз. А в театре на Булаке тем временем мечтают перенять традицию четвергов усадьбы Сандецкого. Кстати, бегемотами автор назвал контрабасы. Очевидно, из-за их формы. Маргарита Петрова, Алексей Шкурко, ТНВ, Казань.